Приветствую вас, друзья, подписчики, гости моего канала. Вы находитесь на канале Грибоискатель. И я поехал за грибами в березовую рощу. Пошли белые грибы, вы уже видели в прошлом фильме. И мы опять здесь с Папаном. Папан пошел на разведку, а я зашел вот в знакомое место, и тут есть грибочки. Так что сегодня будет хорошая, увлекательная грибалочка. Оставайтесь на канале, пойдемте собирать с вами белые грибы. Красавчики. О-о-о-о. Вот это размер. Красавчик. Светлый березовый боровик. Красота, друзья, грибы есть еще. Можно собирать. Отлично. И где-то тут я еще видел. Смотрите, друзья. Видите, как они растут? Значит, вот так вот идешь. Смотришь. Опа. И вдруг. Смотрите, какой камушек. О! Вот это боровик. Твердый, как камень. А это вообще сладкая парочка. Смотрите, какие красавцы. Ну-ка. Звучат. О! Красавцы. Вот это грибалочка, друзья. Я счастлив. Красотища вообще. Ну что, пойдемте дальше в лес. Походим. Грибочки пособираем. О, вот это запах классный вообще. Погнали. Дальше. Друзья, далеко ходить не надо. Если вы нашли гриб беленький, ищите рядом еще. Потому что грибница, как правило, дает больше грибов. О, однако, я думал, что это белый. А это вот под березочек попался. Ну, тоже хороший. И они тоже есть, друзья, отлично. Прямо вот в гущине леса лазит, друзья. И вот они стоят. О! А камушек. Твердый. Ой. Каменный. Это гриб. О, а вон еще один. А! Только что заметил его. А вот еще один. Камушек маленький. А? То есть идут молоденькие, только ползут. Вот такие два орешка, я бы сказал даже. Классно. Отлично. Продолжаем. Вот это находка, друзья. Офигеть. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Обалдеть. Вот это грибалочка. Давайте срывать. Раз. Два. Ва. Ох ты. Три. Четыре. Вот это вообще красавчик. Ровненький. Смотрите, какой. Боровик. Пять. Маленький оставим. Это возьмем. Шесть. А, маленький 7. И вот этот главный богатырь. 8. Вот эта кучка. Вот это я понимаю, грибалочка, друзья. Вторая волна белых приносит нам свои дары классные.
И погода тоже хорошая. Вот это да! Белиссимо, друзья! О, мама мия! Вот это грибы! О. Что, еще пошли, папан? О, папан докладывает, разведка работает. Ох, вот это поддубник. О, классно. А вот эти белые, это вообще шикарные, папан. Ой, просто вообще загляденье. Отлично, друзья, пойдемте еще посмотрим, что там папан нашел. Да, папан. Мечта сбылась. Оливковые поддубники, настоящие. Таких мы еще не находили. Размер какой, друзья. Ну-ка, ножка темная. Давайте его сорвем. Под шляпкой поглядеть, что там есть. Фу. А, немножко старенький. О-о-о. На ну, посадку пойдет, да? Красавец, да, посадить куда-то можно. Ух, размер держи, папан. По крайней мере, попробовать. А вон еще один, друзья. Вот какой кабан. О! Тоже старенький. Под посадочку. Ну, это мои пенсионеры, друзья. О, обалденные. Не пахнут. С утра самое оно. Да, друзья. Вот еще грибочек припрятался. Смотрите. Возле дерева стоит. Шляпка треснутая. Ну, вот аккуратненько туда. Ух ты, не вылази. Фу, это камушек, друзья. Это не гриб. Да? Он такой средненький, но твердый вообще. Смотрите, нажимаю, продавить не могу. Там ну-ка. Нет в нем. Как он? О, слышите? Что там? Как деревяшка. Красота, папа, смотри, какой боровичок. Красота, тоже постучать надо. Деревянный. Найти надо, деревянный. Крутой. Сейчас посмотрим, что вон там. Папан. Вот кучка наша, смотрите. Красавцы просто. Это наша кучка-то? Или да. Мы ее нашли? И вот, смотрите, как они сидят-то еще. Опа-на, камушек, иди сюда. Фу. Камень. Тоже. И жители, там жителей нет. Ну-ка, мне так понравилось это. Ага. Слышите, друзья? Кто там? Кто там? Никого. Черви есть? Тут такая твердая ножка, что кажется, что нет. Но, скорее всего, есть. Не смогли, наверное. Так, и где-то здесь я еще видел. Ага, вот они. Давайте с маленького начнем. Маленький бочоночек. Ух ты, ёкаломане! Твердые вообще! Какие же они вообще, как камни! Вот как приятно их собирать. Так, кладем сюда. И вот этот главный гриб. Смотрите какой. Нога сетчатая, посмотрите какой. Боровик. Смотрите, сеточка. Ждут великие грибы. Ага. Сеточка очень красивая вообще. Обалдеть. Ну и давайте посмотрим, что получилось. Вот один перелесочек маленький. И вот такая картина. Отлично, продолжаем. Лазим по кушарам. Смотрите, какие красавчики. Стоят. Фантастик. Вот это грибочки здесь, друзья.
оказалось, особо ничего не видно. Тяжело их увидеть. Но они есть. Вот смотрите, вот задерется еще. О, а это, кстати, уже все сгнило. Задерется. А здесь? Я-то думал, что здесь два. А нет, смотрите. И вон еще четыре на одном месте. Вот это да. Вот это фантастика. Давайте сфоткаем, друзья. Красотища. Ну-ка. Маленький. Во. Ну, хороший какой. А этот? Во. Ох. Что-то покрасил как-то. Во. Какие грибы, а? Три. И вот этот главный в этом семействе. Ну-ка. О, звучит. Выкручиваю. Знаете, ножка червивая. Но она где-то вот так червивая. А дальше чистая. Вот это грибы, друзья. Давайте эти тоже туда положим. И вот этот. О! Вот так. На одном месте. Красота. Красота. Так, друзья. Рядовка? Ну, рядовочка рядовкой, а мы вот беленький собираем. Опа! О! А вот еще красавчик. Смотрите какой. О-о-о-о. Это вот тот самый треснутый вид белого гриба. Белый гриб треснутый. Смотрите какой красавец. Так, а вот еще смотрите. Прям шарик. Вот такой можно целиком маринад закинуть. Ну, вы видели, как я еловый беленький закидывал? Красиво. И где-то еще здесь были, друзья. Пойдемте посмотрим. Ага. Вон оно. Припрятался. Иди сюда, дружок. Ох ты, как тянуться приходится за ним. О, ну, зато какой красавчик, друзья, да? Идеальный. Грибалочка сегодня то, что надо, друзья. Раз, два, три, четыре. Вот, давайте я вам покажу. Видите, как бы ножка немножко, конечно, прострелена. Но шляпка будет, вот все края шляпки чистые. Только по центру прострелы, все. Разрезаем, разрезаем, срезаем прострелы. И остается мясо вот от шляпки. Очень, кстати, вкусный. Гриб твердый. Шикарный просто. Отлично. Продолжаем. Отошел прям буквально шаг, друзья. Смотрите. А тут кто-то рвал, видите, вон грибник. А это не заметили. Может быть, это было вчера, а вот он за ночь вырос до такого состояния. Вполне возможно. Ух ты, камушек. Мне так понравилось это. Деревянный. Класс. Чистенький. Идеально ровный вообще. Боровичок беленький.
мечта. Красотища, друзья. Сейчас иду я так, друзья. Загляну-ка я сюда в кустики. А тут, смотрите, вот это красавцы сидят. Уа, особенно вот этот. Ну-ка. Спектакуло. Я уже по-итальянски разговариваю, друзья. От таких грибов идеальных заговоришь не только по-итальянски. Перфекто. О. А этот? Уа, сколько мяса! Смотрите, вот это боровики! Фантастика! Продолжаем. Ух, друзья, это, видимо, царь сегодняшнего похода. Главный гриб. Ну-ка. Звучит как, а? Ух, вот это грибстер. Ох, идеальный. Шляпка. Твердый, как камень просто вообще. Вот это гриб. Ой, белиссимо. Не иначе. Продолжаем, друзья. Обалденный гриб, друзья. Бегите в лес. Вот такие собирать, красавцы. Они еще есть. О, друзья. Прямо вот недалеко от главного богатыря. Тут еще парочка стояла. О, смотрите, какие. Обалдеть, какие. Смотрите, ножки какие сетчатые. А, вот это красавцы. Супер парочка просто. Ой. А рядышком еще вот маленький. Вон она. Опа. Бочоночек. О, ну вот это вообще чудо просто. Это чудо, друзья. Смотрите. Красавцы. Друзья. Они все попадаются. Кучками уже, смотрите. Раз. Так. Где еще я видел? Два. Ползем. Уа. Три. Три мушкетера. А где же Д'Артаньян? Д'Артаньян. А вон, вон, немножко в стороне. Притаился. Но мы его... Красоту же вообще. Друзья, вот такой грибной итог получился нашего похода. Больше полкорзины. Походили мы около 2 часов с утреца перед работой, как всегда. Сейчас поедем работать. Так что, друзья, грибочки есть, бегите в лес. Пока они еще есть, собирайте, получайте удовольствие от сбора грибов.
Ну а с вами был Грибоискатель. До новых встреч. Увидимся в следующем фильме. В лесу, как всегда. Все, пока.